Предлагаю, да, встретиться на то, что нам известно, если мы что-то здесь еще не видели. Просто этот объект, это лицо губернатора. Не надо об этом забывать. Не зря он поставил там всем нам личный контроль этого объекта. Сделаем. Подумать о всех сложностях, когда еще есть месяц. Я пока не верю. Я опасения свои высказывал. Работа ведется еще не было. Специалисты здесь внизу, как количество работников, со всеми службами, специальными работаем, но взаимосвязи, пытаемся ускорять такие процессы, чтобы это не пришло, не тоже соответственно. Стараюсь, специалисты, да, условно тоже оперативно проверяют все объемы. Мы стараемся тоже хороший держать. Когда мы приезжали последний раз, большой же объем сделал. Я хотел сказать, что за полтора месяца... скелет стоял, а тут уже видно, за полтора месяца они, конечно... отделку наращивали. Первый, второй, третий. Максимальный вопрос. Еще раз говорю, да, какие-то ринкусы, откосы, ну, какие-то моменты, но это были двери, окрашивали все. Все, все оборудование еще не смонтировано. Ну, я не знаю, мы, честно говоря, планировали, я понимаю, с техническими моментами, но выполняться планировали, как я и говорил. Сейчас выгоняете объем, а потом вот эта мелочь. Она почему? Мы сразу, собственно говоря, уже идем. Мы ставим отливы, откосики, да, все. Соответственно, сметы параллельно мы тоже сейчас уже отрабатываем. Грубо говоря, так вот устно техника снята вопрос, но мы будем ждать градусов. То есть я думаю, что может быть даже в ноябре, там, в начале декабря, ну, часа 10-12, мы как бы снимем технику вопроса.